Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Продовжуємо говорити про результати парламентських виборів у Грузії. Опозиція стверджує, що вони були сфальшовані. А більше того, йдеться про те, що протести проходили в Тбілісі буквально вчора. За різними оцінками, близько 15 тисяч грузинів вийшли до будівлі парламенту. Чого очікувати далі? Будемо говорити з нашим грузинським колегою Тенгіз Аблоті, журналіст з Грузії. З нами на зв'язку. Тенгіз, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Добрый день. Ну вот хочу сначала спросить у вас, как вы оцениваете ту акцию протеста, которая проходила возле грузинского парламента. Видел оценки, что там было около 15 тысяч грузинских граждан. Что там происходило? Какие выводы можно сделать? Ну, 15 тысяч, это там был момент, когда было 15 тысяч. Понимаете, это понедельник, 7 вечера. Люди возвращаются с работы, кто-то там выводит детей из садика, из школы и так далее. И потом, только потом люди идут в основном на политические акции. При этом надо учитывать, что основная часть того электората, который поддерживает оппозицию, это городской средний класс, это горожане, это молодежь. Это не какие-нибудь там бездельники, которые там целыми днями сидят, а бездельники – это управляющие партии. А тут в основном средний класс, люди занятые, которые не могут там целыми днями ходить на акции. Поэтому вот если вот присмотреться к динамике грузинских политических акций, любых, не конкретно это, а вообще, то есть это всегда днем практически никого нет. Вот, допустим, когда была ситуация, как вы помните, с законом об иноагентах в апреле-мае, там происходила следующая ситуация. Днем постоянно проходили заседания парламента, на которых обсуждался вот этот законопроект. И днем оппозиции никогда не удавалось мобилизовать там больше, чем там, ну, буквально там тысячи-полторы, если было. И то в основном сотрудники неправительственных организаций, которых это касалось напрямую. А вот когда заканчивался рабочий день, и вот уже после шести, после семи, вот, вот все эти огромные, там, по десятки, до ста тысяч человек акций, которые вы, наверное, видели и по телевидению, и по интернету, это все 7-8 часов вечера, когда заканчивается рабочий день. То же самое было и на этот раз. Ну, я в тот день не смог с самого начала пойти на акцию, вот я включаю телевизор в 7 часов, смотрю прямой эфир, ну, там собралось, ну, буквально там, 1500-2000 человек, да? Потом чуть-чуть больше, потом чуть-чуть больше. Потом были эти те самые 15 тысяч, о которых вы говорите. И в какой-то момент я подумал, что на этом все остановится, и вот будет эти 15 тысяч. Но нет, уже после 8, уже где-то в районе половины 9, когда уже все освободились, там все детские сады закончились, все школы закончились, там все секции закончились. И средний класс пошел, городской, пошел на эту акцию, и там уже выросло, ну, за 30 было вот как минимум. Где-то до 40 тысяч уже поднялось, а для Тбилиси это очень большая цифра. Это примерно то же самое, чтобы, допустим, в Киеве бы собралось, допустим, ну, 100-150 тысяч, ну, с учетом размера города. Так что 15 тысяч было, но потом выросло. Тенгиз, вот скажите, пожалуйста, сказать. А вот если говорить, да, о тех требованиях, которые оппозиция предъявила, то есть сейчас оппозиция требует перевыборов. Очевидно, что правящая партия «Грузинская мечта», которая утверждает, что они победили, набрали более 53% голосов, на это не хочет идти. Какое тут решение? И есть ли возможность у грузинской мечты принимать решение в парламенте без участия оппозиционных партий, которые уже сказали, что они не будут при таких результатах участвовать в законотворческом процессе? Если каким-то образом, это, я, честно говоря, даже не знаю, там есть какие-то юридические проблемы, связанные с признанием полномочий парламента, но там, возможно, есть какие-то юридические уловки, я в этом деле не очень разбираюсь, но вот при вот этих нынешних результатах у власти где-то около 55%, и она, в случае, если начнется нормальная работа парламента,
она может спокойно работать вообще без всякой оппозиции. Поэтому это для них не проблема. Это интересно. Ну вот такой вопрос. Опять же, почему мы возвращаемся к этим протестам? Мы в Украине видим, что может в Грузии начать работать белорусский сценарий. А мы помним, что в Беларуси проходили массовые протесты. Опять же, такого Беларусь еще не видела. Сначала все проходило довольно мирно. Просто правоохранительные органы зафиксировали лица и документы всех, кто участвовал. Ну и позднее их уже преследовали, репрессировали, либо каким-то образом вытесняли из страны. Когда протесты приходят к парламенту, а затем спокойно расходятся, это выглядит как ситуация, ну, благотворная для правящей партии. Выглядит так, что грузинская мечта может видеть эту ситуацию как выигрышную для себя. Чего мы тут не понимаем, ну, вот опять же, смотря на грузинские события? Вы все правильно поняли. Этот массовый протест, он не является проблематичным для власти. И события мая-апреля это показали. То есть тогда были огромные просто акции, которых в Грузии такого не было вообще за всю историю независимости. Тем не менее, они тогда приняли этот закон об иноагентах. А тут это тогда шла речь о каком-то законе, который, кстати, вот уже... Прошло почти полгода, но он так ни разу не был и задействован. Они его ценой вот огромных усилий приняли, но так ни разу его так и не использовали. А тут речь идет о сохранении власти. Понятно, что мирные демонстрации, даже самые большие, они, ну, для них это не является проблемой. Есть одно кое-что, что не очень понятно, в том числе и украинцам. И многие не понимают, хотя я бы тоже не понимал, и в некотором смысле у нас тоже не понимают. Вот такая ситуация, когда складывается, всем понятно, что мирный способ тут не действует. И тут же все апеллируют к Майдану. Майдан, 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 только о Майдане и речи. И по поводу этих событий тоже говорят, что о какой-то возможности Майдана, но... Но опять же, революция не рос. Простите, что вас перебиваю, но мы помним, да, что вообще-то Грузия начала этот тренд и очень успешно. Да-да, простите. Вот тут, так, тут большая разница. Вы понимаете, в чем дело? В 2003 году в Грузии не было государства. Никакого государства вообще не было. Я коротко могу вспомнить. Там, в общем, акция протеста в 2013 году началась около парламента, и потом она перешла к зданию правительства, и между ними стояли полицейские, там, ну, типа спецназа какого-то. Они не только там не стали никого бить, они пропустили, а в конце говорили, что вы там столько времени стояли, мы замерзли уже здесь, что вы раньше не прошли. Мирные протесты, мирные демонстрации, это очень хорошо, все работает там, где власти нет, там, где нет силовых структур, там, где все разваливается, там, где все сгнило. Вот примерно так, как это было в случае Шеварднадзе. В отличие от сейчас революция рост невозможна, потому что сейчас в Грузии есть государство, причем довольно эффективное, довольно все на своих местах. Силовой аппарат работает, спецназ получает премии за разгон каждого митинга. Поэтому забудьте про модель 2003 года, революция, розы, это все детский сад, этого не будет. Второй вариант – это Майдан 2014, который все обсуждают. Проблема в том, что Майдан 2014 – это вооруженная борьба. Это стрельба, это небесная сотня, это разрушение, гибель и, ну, все, что потом мы видели после этого. Грузия сегодня к этому не готова. Это, может быть, звучит немножко малодушно, но, во-первых, в Грузии ни у кого нет такого количества, скажем, даже тех вооружений. То есть мы все помним, что на Майдане, да, там стрельбу начал, спровоцировал Беркут, мы все это видели, но и с этой стороны, ну, была стрельба, там были у кого-то автоматы, были какие-то группы,
Ну, честно говоря, вот вам скажу честно, как человек, который принимал участие в событиях Майдана, большинство это были либо брусчатка, то есть вот эти камни, вы понимаете, да, которые выковырили с земли, либо это были коктейли Молотова, оружия было очень немного, вооружен был Беркут. Ну, давайте тогда по-другому сформулируем. Ну, сотни человек погибло, так или иначе. Это так? Правда, ну так то это были снайперы, которые расстреливали, собственно, протестующих, которые были с деревянными щитами, я вам напомню. Я про другое, тогда давайте по-другому сформулирую, чтобы более конструктивный мой вопрос был, да? Да. А на что сейчас надеется оппозиция? Ну вот, какой вариант, сценарий развития событий они ожидают от той ситуации, которая сложилась? Дело в том, что у правящей партии очень большая проблема с международным признанием. Весь расчет делается именно на это. То есть вчерашняя акция имела большое значение не с той точки зрения, что кто-то собирался там куда-то врываться там и так далее. Вчерашняя акция имела значение, это был такой сигнал в сторону западных союзников, потому что в воскресенье и в понедельник в течение дня заявления со стороны западных организаций, международных организаций, они были очень такие, знаете, расплывчатые, да, то есть там можно было и с той, и с другой стороны, да, только вопрос интерпретации. И вот вчерашняя акция показала, и они, видимо, ждали, что будет, как отреагируют люди, какая будет реакция, выйдут на улицу, покажут там стремление отстаивать свою точку зрения. И вчерашняя, после вчерашней акции подход западных союзников резко ужесточился, и появились уже более жесткие нотки. Это вопрос состоит в том, что грузинская мечта стоит на грани международных санкций. Это один из вопросов, которые, ну вот это буквально обсуждается, и они прекрасно понимают, что если они окажутся под санкциями, то им конец. Почему им конец? Объясните, пожалуйста, почему им конец? Мы же видим, да, режимы Лукашенко или Путина, которые спокойно продолжают жить под санкциями. Ну, потому что у Путина, во-первых, у Путина огромнейшие природные богатства, которых у Грузии даже близко нет. Это раз. Второе, конкретно в том, что касается Путина, это Россия. Это обороты в триллионы долларов. Да, ради них кто угодно рискнет. А в Грузии даже миллиардер один, Бензина Иванишвили, и у того все капиталы на Западе. В Грузии нет миллиардеров. Грузинский бизнес, внешняя торговля, оборот – это как одно хорошее предприятие в России. Вот в России есть огромные агрохолдинги, вся площадь которых больше, чем вся сельскохозяйственная земля на всей территории Грузии. То есть вы понимаете, о каких оборотах речь идет? Кто будет связываться с какими-то грузинскими бизнесменами? Это их копейки по понятиям там банков, западных крупных корпораций, организаций и так далее. Это не Россия. У Белоруссии был тот плюс, что она закрытая экономика. Белоруссия не имела никаких контактов с внешним миром. У них там, может быть, шел какой-то экспорт. Но в основном они имели дело с Россией. Их финансовая система была полностью отключена от западных. То есть они не были так привязаны к Западу. А Грузия, она фактически, она чем существует? Она существует открытостью. Грузия в закрытом виде – это не страна. Она начнет увядать через год-два максимум. И поэтому они боятся санкций. Они знают, что помочь им будет некому. Так я вам еще хуже скажу. Здесь ввели санкции против 4 человек. Всего 4. Из них 2, скажем так, командиры спецназа, вот, которые принимают в разгоне. Их не то, что западные банки, местные банки их не обслуживают. Вот грузинские банки подчиняются западным санкциям и не обслуживают граждан Грузии, подвергшихся международным санкциям. Ни один банк, вот даже на территории Грузии, вот если какая-нибудь крупная бизнес-компания, крупная по местным меркам, это даже по украинским меркам она ниже среднего. Вот если вот представить себе, что какую-нибудь компанию, скажем, девелоперскую компанию, да, вот сегодня это развитый бизнес, она попадет под санкции, ей рассчитывать не на кого. У нее даже грузинские банки, да, вот на территории Грузии, да, которые подчиняются Национальному банку, даже эти местные грузинские банки будут подчиняться санкциям, что в России невозможно и в Беларуси невозможно, здесь другая ситуация.
Поэтому, если будут введены санкции против более или менее широкого круга, а я уже не говорю, вот один из крупных бизнесменов, который вот в окружении самого Бензина Иванишвили, у него здесь цементный завод и банк, третий по размеру. Вот и на минутку себе представьте, он попадает под санкции. И третий по величине банк Грузии оказывается под санкциями. Что в это время происходит? Все вкладчики бегут в этот банк, и он разоряется. А что происходит с другими банками? Они смотрят на эту ситуацию, ну, вроде бы нас это не касается, да, но мы все знаем, что чей был этот банк и так далее и тому подобное. Но я вкладчик, у меня счет в банке, да, я не сижу сейчас, не думаю, там, это будет, то не будет. Я скажу, давай я на всякий случай пойду и тоже возьму свой депозит. А у этих банков на депозиты там 15-20 миллиардов долларов лежат, и такой налички ни у кого нет. Рухнет, вот вообще все рухнет. Ну это интересно, мне кажется, что грузинская мечта должна была подготовиться к такому варианту события, учитывая, что если верить в то, что они сфальсифицировали выборы. Знаете, еще одна новость, которую российские пропагандисты публиковали, это буквально вчера было, перед тем, как начались акции протеста в Тбилиси, они, значит, это ТАСС, РИА Новости и так далее, сообщили о том, что, ну вот, были откомандированы в Тбилиси, в Грузию снайперы, они, значит, будут организовывать провокации, ну, в смысле, стрелять по людям, конечно же. Их, разумеется, подготовили в Украине, очевидно. Вот, значит, эти украинские снайперы и так далее. Очевидно, как это читает публика, как это читают люди, что Россия готова, да, стрелять по протестующим. Очевидно, что это используется для того, чтобы запугать грузин, да, которые хотели бы выйти на акции протеста и, возможно, не сделают это. Как вы считаете, работает ли этот фактор? Насколько фактор запугивания того, что грузинская мечта может использовать Россию для подавления протестов? Насколько эту угрозу рассматривают серьезно? Эту угрозу на данном этапе никто не рассматривает. То есть, в принципе, возможно, вот так вот теоретически, что если, скажем, протесты зайдут далеко, если это будет там, ну, уличное столкновение по типу Майдана вряд ли, потому что здесь стрелять никто не будет. Но вот тут с мощными столкновениями, там, дракой, палками, дубинками, что уже было, и это может быть. И вот если Россия увидит, что оппозиционеры могут одержать верх, тогда вот, ну, моя личная убежденность в том, что Россия обязательно ведет сюда... Что-то ведет, это могут не быть там регулярные войска, которым сейчас некогда, но это могут быть там Росгвардия, это могут быть кадыровцы, кто угодно может быть. Это вполне возможно, но этот вопрос не то, чтобы никого не беспокоит, ну как это может никого не беспокоить, но это никого не останавливает, потому что здесь, если стоит вопрос так, чтобы, скажем, нынешняя власть соберется там закручивать гайки, то, ну, какая тогда разница, она будет закручивать гайки сама вот сейчас вот просто в нынешней ситуации, да, вот сама по себе самостоятельно, или это будет под прикрытием России, то есть тут ситуация либо пал, либо пропал, так что, ну так, ведет Россия уже или не ведет, это уже вопрос не столь важный. Хотя это серьезная проблема, конечно. Мы понимаем, но вы уже упомянули, да, что грузинская мечта, партия власти, она финансируется миллиардером, олигархом Бензина Иванишвили, ну, самым богатым человеком в стране. И, в принципе, опять же, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения его интересов, понятно, зачем ему нужно удержать власть. Мы в наших эфирах довольно активно обсуждаем тему парламентских выборов в Грузии. Ну и вот, например, я лично слышал точку зрения о том, что Иванишвили нужны гарантии. Да, вот ему нужны гарантии неприкосновенности, гарантии того, что с его бизнесом, с его активами все будет хорошо в Грузии. Можно ли себе представить такие гарантии для Иванишвили вне контекста того, что его партия, ну как это, имеет большинство в парламенте, закручивает гайки? Представляете ли вы себе такую ситуацию? Я не то что представляю, я примерно догадываюсь, что замысел у них вот в нынешней ситуации, вот перед этим выбором, был следующий. Они-то, конечно, и пророссийские, и все, но грузинскую мечту вполне устраивает нынешнее положение, нынешний уровень отношений с Россией. Для них он самый идеальный. То есть
Россия им ничем не угрожает, Россия их обожает, при этом от них вообще ничего не требуется. Они не входят в СНГ, не подписывают никаких договоров никак официально с Россией не связаны, плевать хотели на ОДКБ, там какие-то военные базы и так далее. То есть, и при этом у них открыт рынок, они очень легко могут торговать, при этом они практически не нарушают санкции. Вот это что-то самое любопытное. Вот. И поэтому вот нынешний уровень России – это для них самое то. Слишком глубоко они захотеть не хотят, потому что Безина Иванишвили, он параноик, и если он американцев боится, то он еще хуже боится Путина. И поэтому для них идеальная ситуация – это вот сейчас, чтобы Запад признал их победу на выборах, чтобы начался такой торг, типа вот вы… Не назначайте нам санкции, даете нам спокойно, возможность спокойно работать, а мы взамен на это не будем там зажимать гайки, не будем устраивать здесь диктатуру. Там будет у нас этот закон об иноагентах. Мы в него либо какие-то поправки введем, чтобы он стал таким беззубым, либо вообще не будем выполнять. То есть где-то вернемся в реалии 2021 года, до украинской войны, когда вот это все началось, о чем мы сейчас говорим. Но для этого им нужно, чтобы Запад пришел к мнению о том, что у них нет альтернативы. Как будет вот в нынешней ситуации? Запад будет поддерживать оппозицию. Таким образом, ни о каких соглашениях с властью уже речи не будет. Возможно, я не исключаю, что месяца через 2-3, если это движение, которое сейчас началось, оно как бы выдохнется, а это тоже возможно, есть такой вариант, то тогда уже западные союзники, ну, уже есть ситуация, что там оппозиция не может, там, скажем, добиться своих требований, провести новые выборы. Вот есть грузинская мечта, вот какая она есть, такая есть. Ну что, ладно, хорошо, давай договариваться. Что вы нам можете гарантировать? Мы вам можем гарантировать, что мы не будем устраивать диктатуру в Грузии, мы не будем, скажем, мы не станем проходным двором для санкционной продукции в России. В общем, будем вести себя в отношении вас цивилизованно и доброжелательно. Взамен на это мы от вас требуем единственного, чтобы вы не вводили против нас санкции. Вот это самый реальный вариант, на самом деле, из всех возможных. Тенгиз, я знаю, что мы должны вас уже отпустить, но я вот задам последний вопрос. Если у вас есть возможность на него ответить, я буду вам благодарен. А может быть, да, грузинская, конечно, мечта действительно победила? Может быть, действительно она набрала, ну, не те голоса, которые декларируют, но вот то самое большинство, которое им было нужно, и поэтому мы не видим таких массовых протестов? Не, протесты массовые. Они сейчас такие же массовые, как были во время кампании «Свято». Более массового движения в Грузии нет и никогда не было. Ну, это 3-миллионная страна. Нельзя от нее требовать, чтобы там на улице выходили 500 тысяч. Физически нет столько населения, которое могло бы выйти. Там 40-50 тысяч – это для Грузии очень много. Такого никогда не было. Вот. И насчет того, они вполне могли получить 45%, 46%, 47%. В Грузии процент фальсификаций, подделок и так далее, он всегда в 10%. То есть, если бы они написали, что мы получили там 44-45%, никто бы не спорил, они бы все бы спокойно, ну, так развели бы руками, ну, что есть, то есть. 53% – это слишком много. И это дает им возможность, опять же, назначать правительство, то есть опять вести страну в том ключе, в котором им понравится, то есть без всяких ограничений. Хорошо, если бы это было, скажем, если бы они получили 45%, а приписали бы себе 2%, и получилось бы где-то 47%, примерно при этом общая ситуация бы не изменилась, им пришлось бы, они бы получили большинство, но им пришлось бы балансировать, там с кем-то договариваться, там вести какие-то дискуссии с оппозицией. Ну, здесь нормальный политический процесс. Но они приписали себе столько, что вот из такой победы дело дошло до победы, в которой они имеют 50% и могут опять вообще ни с кем не считаться. В этом все дело. Если бы они сфальсифицировали себе столько, чтобы ровно столько, да, вот так прагматично себе поступили, если бы не были свиньями, то есть приписали бы себе 2-3%, которые дали бы им возможность спокойно находиться у власти, но тем не менее без такого комфорта, но при этом никто бы не спорил, не было бы никаких санкций, Запад бы с ними дружил, и все бы у них было в порядке.
Тенгиз, спасибо вам большое за этот разговор. Наш коллега, журналіст Грузії Тенгіз Аблотія був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.